Приморский район, проспект Лунина, дом 23. Заходим во двор, и непосредственно в пятиэтажке расположен участковый пункт милиции номер 31. О том, что именно здесь находится милицейское подразделение, свидетельствуют соответствующие вывески и указатели. Поэтому долго искать опорный пункт не придется. Территория обслуживания довольно обширная, имеет свою специфику. За 31-м пунктом закреплен жилой массив, начиная от проспекта Лунина вплоть до поселков Моряков и Песчаный. Это порядка 100 улиц, около полусотни торговых объектов, два крупных промышленных предприятия. Если говорить о населении, то здесь проживает 35 тысяч человек. Обслуживают граждан три участковых инспектора. Круг вопросов самый обширный, начиная от простых бытовых вопросов и заканчивая действительно сложными и семейными проблемами, и какие-то, может быть, преступления в отношении граждан совершаются, они идут не в райотдел, они идут к участковому. Находимся вторник, четверг, это вечернее время, после 17 часов. И в субботу это первая половина дня. С начала года сотрудниками, которые трудятся на данном участке, раскрыто несколько имущественных уголовных правонарушений. Выявлено два случая уклонения от уплаты алиментов, составлено около двух десятков административных протоколов за различные правонарушения. Помимо этого, территория обслуживания охватывает и морское побережье, куда часто приезжают иностранные гости. Моряки выходят на стрелку, выпускают их в город, естественно, куда? На стрелку сразу. Ну, в силу того, что я немножко знаю английский язык, моряки тоже знают английский язык гораздо лучше меня. Обращаются, задают вопросы, что можно, что нельзя, куда лучше пойти, куда нельзя ходить. Ну, стараюсь разъяснять. Основная задача участкового состоит в проведении профилактической работы, с которой ему помогают успешно справляться его первые помощники – комитеты самоорганизации населения. На территории участка находится КСН «Портовской», с которым налажено тесное сотрудничество на протяжении уже многих лет. Совместно с ними мы работаем, у нас есть при комитете совет профилактики. К нам поступают такие бытовые вопросы, где нарушение закона, например, громко играет музыка, притесняют, там есть такие у нас, конечно, на участке, это, ну, которые выпивают, как говорится, пьют. И участковые их всех знают. Например, я называю адрес, он мне называет фамилию. Я называю фамилию, он мне называет адрес в ответ здесь сразу же. Так что участковые у нас работают. Мы благодарны, конечно, тому, что вопросы решаются, они решаемы, все вопросы. Не в основном, а все. Вот у меня лично, как комитета, нашего комитета, у нас нет претензий к участковым.